Комбинированные плиты сочетают преимущества двух источников энергии. Использование газа позволит сэкономить на повседневной готовке, а электрическая духовка приятно удивит своим функционалом. Эмалированная сталь выдерживает высокие температуры, но не переносит сильных ударов. Появление осколов приводит к образованию ржавчины. Нержавеющая сталь более износостойкая, она не скалывается и легче очищается от остатков пищи. Стеклокерамика не подвержена коррозии и не выцветает со временем, однако от сильного удара может разбиться. Для очистки варочной поверхности лучше использовать мягкие чистящие средства. Абразивы и жесткие щетки могут повредить покрытие. Устройство оснащается электрическими и газовыми конфорками разного диаметра. Их количество и соотношение зависит от конкретной модели. Экспресс-конфорки для быстрого нагрева маркируются красным диском. Газовые могут иметь два или три контура пламени, что существенно ускоряет приготовление блюд. Чугунные решетки не деформируются при высоких температурах или под тяжестью посуды. Стальные весят меньше, их легче чистить, но они могут погнуться под слишком большим весом. В газовых духовках нагревательный элемент один и расположен снизу, из-за чего духовой шкаф медленно нагревается и хуже распределяет тепло. Электрические духовки более функциональны, в них легче контролировать температуру, а благодаря нескольким нагревательным элементам продукты припекаются лучше. Духовки с объемом до 50 литров оптимальны для 1-2 человек или малогабаритных кухонь. От 50 до 60 литров подходят для 3-4 человек, а для большой семьи понадобятся модели с объемом от 60 литров. Чем больше стекол в дверце, тем лучше теплоизоляция и меньше риск обжечься о дверцу духовки. Благодаря конвекции продукты не только быстрее готовятся, но и равномерно пропекаются внутри, поджариваются снаружи и при этом не подгорают. Гриль готовит блюдо до хрустящей корочки, оставляя мягким и сочным внутри. Бывает электрическим и газовым. Вертел предназначен для жарки крупных кусков мяса. При традиционной очистке все загрязнения оттираются вручную. При очистке паром в противень наливается вода, которая под небольшим нагревом испаряется и размягчает загрязнение. С каталитической внутренняя поверхность духовки покрывается специальными материалами, которые растворяют жировые отложения. Пиролитическая поднимает температуру в камере, тем самым сжигая мелкие остатки пищи. Комбинированные плиты могут работать от двух источников газа – природного, который подают по магистральному газопроводу, и сжиженного из баллонов. Сменные форсунки позволяют быстро перейти с одного вида газа на другой. Автоматический электроподжиг дает искру одновременно с подачей газа. Механически подаст искру с помощью отдельной кнопки. Газ-контроль отслеживает наличие пламени на горелке и, если оно тухнет, перекрывает подачу газа. Защитное отключение сработает, если прибор проработал предельно допустимое количество времени или в случае перегрева. Блокировка от детей защитит от случайных нажатий или открытия дверцы. Духовки с поворотным механизмом самые распространенные, имеют сниженную стоимость и просты в использовании. Переключатели могут утапливаться в панель устройства. Приборы с кнопками или сенсором имеют дисплей, на котором отображается время, заданный режим и другая информация. С таймером можно задать время приготовления, а звуковой сигнал оповестит об окончании процесса. Подсветка позволяет оценить состояние блюда, не открывая духовку. Благодаря телескопическим направляющим можно легко вытащить противень. В ящике для посуды удобно хранить столовые принадлежности. Специальная крышка защитит стены от огня и брызг, а конфорки – от пыли и грязи. Теперь вы можете подобрать нужную именно вам комбинированную плиту. С вами был ДНС. До встречи!